Тебе ж в реке 16-я квадратная салата тьмы 68 килограмм. В красном углу отдыхает Рожков Артем. Он представляет спортивный клуб «Энергия». Спортсмен 1996 года рождения, ему 13 лет. Боксом занимается 3 года, у него первый разряд. За это время провел 15 боев, из которых в 13 одержал победу. Также он провел 2 международные встречи, в которых выиграл. Лучшее спортивное достижение. Он является победителем международного турнира памяти мастера спорта международного класса Бендаловского. Тренируется под руководством тренера Скрипника и тренера Школа. А я еще раз акцентирую ваше внимание на то, что наше соревнование сегодняшнее является отборочным чемпионатом Украины среди школьников, который пройдет в конце марта 2010 года в городе Харькове.
Вот. Боксер козел и Париж Полис, которые боксировали во втором плане, стали говорить 4 килограмма, если вы сейчас в зале, подойдите, пожалуйста, к своему главному боксеру. Спасибо боксерам, закончили свой поединок, 16-я пара, весовая категория 68 килограмм. Для выхода в ринг я прошу подготовиться 17-ю пару, весовая категория 72 килограмма. Внимание, судьи, которые будут обслуживать 17-ю пару. Ринг Матвищук, сбоку первый штаб, ринг второй Каинченко, третий Гасанов. А в этом поединке с разногласием судей победу одержал Мерич Константин Спартак. Боксер остается в ринге.